Обожди, слышишь? Один там, ну два, вот там это самое. Ну вот, оно не так, уже вот. До наших не дошли. Да не, у вас пункт. Ну а это... А это Рыжкин, да? Не, это же Пиланов. Рыжкин вот. Вот Рыжкин. Вот сейчас Казинка. Рыжкин был. Тараненко. Смотри, на гвоздь не отступил. Потому что они вот не такие, что вот только что. Ну, я сейчас наступила, мой отпечаток видно, вот он там, вот ёлочка. Thank you.
А что, у нас есть выбор? Тот, кто прозвонит. Нет, хотя бы мрамор, гранит и этот бетон. Тут же они вот эти гранитные, те черные, они мраморные. А что, если железные лежат? Все равно. Фоткайте, пожалуйста, все. Вон там железный. Давайте повар. Вы не будете мне рассказывать. Я сейчас занимаюсь здесь как раз. Хорошо, этим. Хорошо. Это не одной минуты дело. Там целое, да? Там вон, нет, там вон повалено. Вон, вон там повалено. Там мы у Пичкурова повалены. Копьяров повалены. Ну, ребята здоровые были. Вот, а ну-ка возьми, попробуй подними, перекинь, да? Не, я не допадаю. Попробуй столько сломать. Вот, попробуй. Арматура попорвата, ген, глянь, что пипец. Так я ж чё говорю. Ладно, всё. Это тут крепкие ребята работали. Ген, Серёге скажи что-нибудь, он просил отослать, ему отошлю. А, ну да. Да я ему говорю, вот на кладбище мой серый. Ой-ой-ой-ой. Так что. Попросил, говорит, видео сделай, прошу. Ну-ну. Я звонил, говорил. Ой, Серёж, в общем, тут ужас, что творится. Все попереломано. Очень много поломано. Пипец. Просто ужас, Серёж. Это... Не знаю, ну... Дело рук не одного человека однозначно. И... Это сделали крепкие ребята. Вот такое поломать, вот так повыворачивать. Это тут сила нужна. Некоторые памятники просто разрушены, Серёж. Вообще. А ну-ка, вон, арматура какая, согнуть. Да ребенок не согнет. И пьяный дурачок тоже. А на могилы.